многие вот скучают там, ностальгируют за СССР. Мол, говорят, вот какая великая страна была. Если взять по территории, по ресурсам, по человеческим ресурсам, то СССР во много раз опережала США. Но по экономическим и по многим другим показателям Россия с СССР отставали от США, несмотря даже на то, что людей, ресурсов было во много раз больше. И это доказывает, что если бы даже в США были такие возможности, такие ресурсы, такие человеческие ресурсы, как были в США, в СССР, то этому СССР еще тысячу лет не хватило бы догнать США. Вот такие вот дела, ребята.